сон, как будто мы с какими-то моими подружками оказались в каком-то месте, где мы познакомились с людьми, которые едят людей, которые каннибалы. Мы нашли какое-то ведро, то есть несколько пластмассовых ведер, которые стояли, вынесенные на улицу мусор. И в пластиковых пакетах мы видели, как будто там кости, остатки от людей. Вот, и в общем, то есть мы их разворачивали, но как-то через пакеты просвечивали кости, и мы поняли, что в этом месте едят людей. И, в общем, мы в ужасе куда-то убежали, вот, и встретили там парня, который очень хорошо выглядел, был очень такой большой и красивый. Вот, и он нам честно признался, что вот да, он из тех, кто тоже ест людей. Вот, и, ну, а мы так на него смотрели и не могли понять. То есть, ну, можно быть таким приятным чуваком и есть людей при всем при этом. Вот, и мы познакомились и пригласили его ко мне домой, в мою старую квартиру, где я жила раньше. Вот, и мы туда пришли, и дверь открыл мой папа. И папа сказал, что это за парень. И мы так испугались, что вот сейчас парень набросится на папу и его съест. Потому что, ну, папа вроде как не девушка и не может ему понравиться. Вот, но папа почему-то вывел его за дверь, этого парня, не пустил к нам в квартиру. Вот, и мы стояли перед дверью с моими подружками, а они стояли за дверью с этим парнем. Вот, и парню стало почему-то очень стыдно, и мой папа как бы все понял, про что он говорит. Ну, то есть, что он ест людей. Вот, и он как-то, в общем, начал его отчитывать за это безобразие. Ну вот, на этом сон кончился, и сон был очень странный. Финиш!